Всем привет, друзья! Сегодня мы едем на почту. Там пришли кроссовки Nike для Анны. Вот, сейчас мы едем. Надеюсь, что успеем получить. Время еще рано. Время еще только 5 час. Ты рада? Какого цвета кроссовки? Синие. Синие с белым. Да. С желтым, Миш. А? С желтым вроде бы. С желтым? Да. И с желтым. Синие с желтым, по-моему. Да. Ну все, отлично. Поехали. Посылку мы не получили, почему-то наша посылка оказалась в другом отделении связи. По сайту, где отслеживается трекер, то есть Почта России, посылка пришла 20 числа. Сегодня 21, посылки в нашем отделении нет и не было. Посылка осталась в отделении связи, которое вообще никакого отношения к нашему адресу не имеет. Сейчас едем туда, попробуем выяснить, где наша посылка.
Итак, эпопея с посылкой продолжается. Мы приехали в следующее отделение связи, куда она и была по ошибке отправлена. Но, сюрприз, нам сообщили, что посылку отправили в центральное депо, а это за Волгой, это нужно ехать на Локомотивную куда-то там. В общем, ситуация в следующем. Мы ее теперь получим в лучшем случае в понедельник или во вторник даже. Почему? Потому что выходные, потому что сегодня короткий день. А посылку привезут в 64-е, надеюсь, уже отделение связи, туда, куда и должны были привезти ее изначально. Так что, Анна, ни сегодня, ни завтра, и, возможно, даже в понедельник, твоих кроссовок мы не увидим. И за это нужно благодарить Почту России. Девушки мне сказали, а что мы ее на себе посылку понесем в соседнее отделение, куда идти, собственно говоря, 5 минут? Нет, ее нужно отправить в центр города, отгрузить, отправить в центр города, для того, чтобы потом, нонсенс, везти ее в наш район, через дорогу буквально. Вот так вот.